Слово const является частью сигнатуры метода, поэтому его нужно указывать и при объявлении метода, и при его определении. То есть, если вы вынесли определение метода из класса, то при его определении вам нужно также указать слово const. Это позволяет определить две версии одного и того же метода. Например, если мы реализуем класс числительного массива, то мы можем реализовать две версии метода get, который возвращает элемент массива по его индексу. Одна из этих реализаций будет работать для константных объектов, и она будет возвращать значение типа int. А вторая версия будет работать для неконстантных объектов, и она будет возвращать ссылку на значение массива. Соответственно, первая реализация позволит только получить значение, которое находится в массиве, а вторая, кроме того, что позволит получить значение, она еще позволит изменить это значение, так как возвращается ссылка.